Идея благоустроить территорию рядом с музеем декабристов пришла в голову преподавателю Читинского политехнического колледжа Сергею Буторину. Он считает, что историческое место должно привлекать как можно больше туристов и молодежи, создавая особый культурный слой в их головах. Однако территория рядом с музеем требует весомой доработки. Когда мы там проводили подрезку тополей и кустарников на той территории, мы, студенты, обратили внимание на такую вещь, что приехали китайские туристы, вышли после экскурсии из церкви непосредственно, ну а китайцы любят все везде фотографировать и сами фотографироваться. При этом они вышли, сфотографировали церковь, повернулись и все. Студенты и преподаватели решили создать свой проект благоустройства и победили с ним на конкурсе грантов губернатора Забайкальского края, забрав 1 300 000 рублей на его реализацию. И вот именно там, в этом месте, мы планируем создать нечто вроде стилизованную под 19 век фотозону, которая будет включать в себе беседку в виде ротонды, такую антивандальную, металлическую. Вот будут, опять же, фонарное освещение имитированное, то есть тоже декорированные фонари, лавочки, которые будут, скажем так, стилизованы под ту эпоху, и провести посадку древесно-кустарниковых декоративных растений. Процесс благоустройства уже начался, однако пока только в мастерской. Большая часть грантовых средств ушла на изготовление декора из металла. Лавочки, урны, фонари и беседка полностью готовы. Осталось дождаться потепления, чтобы их установить. Позитивно восприняли, конечно. У нас много изделий в городе, мы участвуем периодически в таких проектах. Конечно, с большим удовольствием приняли участие, приняли предложение поучаствовать. Команда подобралась действительно творческая, начиная от разработки уникальных чертежей, заканчивая подходом к делу с особым историческим трепетом. А значит, новому мини-парку быть. Уже этой весной, после установки всех элементов декора, возле церкви декабристов начнется и активная фаза озеленения. Гуля Алхасова, Григорий Анипер, Антон Носов, РТК Забайкалье.